Всем привет, с вами Хвостович Александр, ведущий проекта «Америка для успешных» и блога «Хвостович Лайф». Так, недавно мы говорили... Подождите, мне вот в комментариях часто пишут, когда я снимаю про еду, что мы не покупаем мясо, там в основном овощи, там фрукты, я не знаю, а мяса нет. Сегодня вы, наверное, увидите самый дорогой чек за самое минимальное количество продуктов и будут самые высокие цены в Америке, которую вы видели. Возможно, вы скажете, что после этого видео вы не захотите в Америку, очень дорого. Сейчас я буду показывать вам цены на мясо. Сколько я купил мяса, и реально его мало, цена высокая, в общем, покупал я это все в Костко. Поехали. Итак, вот наш чек с общей стоимостью на $101.98. Здесь у нас курица, куриная грудка, видите, без гормонов или стероидов, то есть такие вот кусочки курочки, грудинки, они нарезанные, ну как бы вот, берешь, жаришь, суп варишь, что хочешь, костей нет, ничего нет, с кошерной солью, короче, прям, ух ты, что, кошерная соль, чтобы предотвратить ожог от заморозки. Ладно, неважно. Значит, упаковка это тетра, ее можно порезать, снова закрыть, чтобы не выпускать. Так, вес 10 лб. 10 лб это делим на 2,2, 4,5 килограмма. Вот здесь вот, вот в этом пакете курицы, куриной грудки без костей, чистого мяса. 4,5 кг. И стоит это дело, вот оно, $23.99. Это очень много, я не знаю, ну как бы вообще. То есть и просто вам показать, что вот если закупать мясо, вы будете тратиться столько. Дальше у нас идет бекон. Бейкон. Это такая, как бы вот, нарезанная свинка, тонко нарезанная свинка, которую жаришь, она, ну, почти как сало, короче. С утра хорошо очень жарить и кушать. Значит, вот этого бекончика здесь 4 упаковки по 454 грамм каждая. Вот, по паунду, то есть раз, два, вот видите, раз, два, три, четыре. То есть это у нас 1800, то есть 1 килограмм 800 грамм здесь примерно бекона. Что у нас он выходит по цене? Так, я так понимаю, вот он, бейкон, да? Бейкон. $11.69 за, ну, почти 2 килограмма. Дорого. А дальше у нас идет гвакамоле. Кто не знает, что такое гвакамоле, это такой соус из авокадо. В него добавляют там помидоры, лук, там чесночок. Ну, короче, прикольная штука с чипсами. Вот органик, это все без всякого Г. Средней острости, полностью натуральная. Здесь их раз, сколько, два, три, три упаковки, общая сумма 1 килограмм 361 грамм. Это не мясо, но все равно это такая насыщенная жирами полезная еда. $10.99. Учитывая, там, не знаю, нынешний курс рубля, это, наверное, просто заоблачные деньги сейчас, просто огромные. Дальше у нас канола ойл. Канола ойл – это масло для жарки, я не знаю, для парки, для варки, для чего угодно. В общем, можно и мазаться, устраивать ринг, бои, обмазавшись маслом. Так, и здесь у нас 1 галлон.25, то есть 5 квартов. Это 4 литра 730 миллилитров. Там у нас Оля что-то выглядывает. Ладно. Так, вот, за банку этого масла
$6.29 за, ну, почти 5 литров масла. Так, дальше у нас идет говядины кусок. Вот такой вот кусок коровы, вырезанный прямо, не знаю, с чего вырезали, с бока, наверное. Corn beef, я не знаю точно, но, по-моему, это кормят кукурузой, она вот именно становится такое красное-красное, такое вот это, поэтому corn beef. Здесь, ну, цена, вот он, $14.88, а вес 3,39 лб, ну, короче, где-то вот тут вот 1,5 килограмма говядины, $15, я не знаю, много, это, наверное, очень много, огромные цены, вот. Дальше вот у нас здесь это тоже, ну, оно в чеке есть, поэтому, чтобы не отставать, набор витаминов для волос, кожи и ногтей, тут всякие специальные витаминчики для этого, вот он, $13.49 за 250 капсул, ой, ну это вообще, конечно, грабеж просто, вот, и дальше у нас яйца уже некоторые пошли в ход, здесь яиц 5 дозен. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. 30, да? Ну, 30, правильно? Кто тут? Арифмет, Архимед. Короче, получается 60 яиц. 60 яиц у нас стоит $7.69. Вот. Еще воды. Вот, воды на $7.78. Это... Два вот этих вот кейса по 40 бутылок каждый, то есть 80 бутылок воды, в каждой бутылке 0,5 литра. Ну вот 80 пол-литровых бутылок воды. Значит, итого это все вышло, еще раз говорю, $101.98. Вот это мясо, говядина, бекон, свинина и курица. Тут какие-то масла. Там гвакамоле, витамины, яйца, вода, итого $101. Короче, да, очень дорого, вообще просто безумные цены. Я думаю, что просто потратились мы сегодня ужасно, накупили так мало всего, но просто, короче, вот так вот все, да. Ладно, если вам нравится это видео, ставьте лайк, пишите, сколько что у вас обошлось бы, дешевле, дороже. Все, всем спасибо и пока.